Нашел ли ты в Грентебридшире достаточно подсказок? Готов ли назвать имя? В день нападения дракар Галина наспех покрасили в желтый цвет. Он хотел, чтобы его дракар отличался от наших? Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Галин. Ты уверен? В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла, ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. У меня луженые глотки, я хочу пить! Скрестим рог! Выпей до дна быстрее меня и побей! Что такое? А хочет состязания! Хельхейме!
Там они ответят тем, кого погубили. Сома? Эйвор, ты все же пришел. Я этого не забуду. В темное время всем нужны друзья. Готовы убить Вигмунда? Да. Если что пойдет не так, мои люди вступят в бой. Вершине холма, я чую его. Надеюсь, ему нравится вид. Последний в его жизни. Нужно накинуть капюшон. Эйвор, кровь в моих жилах. Где же он? Где этот пес? Сдеру с него шкуру. Я вырву ему сердце голыми руками. Вигмунд, небось, дрожит от страха там, в монастыре. Помоги мне, скорей! Oh!
из вашей памяти! Сражайтесь! Умрите за меня! Умрите! Я бы не ответил на такой призыв. Отдаешь их жизни в обмен на твою? Они никто! Ни земли, ни богатств, ни титулов! Меня же будут помнить! Память о добрых людях живет вечно. Ты же заслужил лишь проклятие. И пусть богатства давали мне власть. Проклиная меня после смерти, люди лишь укрепят ее. Я умру, но мой орден будет править всегда, повсюду. Сдавайтесь! Отдайте нам то, что должно. Земля, сокровища, прошлое, а не наши. Наши! 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 Если твой ад есть, ты там и окажешься. Вернемся в лагерь. Пока я не сорвалась и не сожгла тут все дотла. Нужно быть осторожнее. Дома можно обстроить, посевы вырастут снова, но доверие так быстро не вернешь. Но у тебя есть новый друг и союзник, Сома. Я и мой клан. Буря скоро закончится. Ты прав, я знаю. Просто в это верится с трудом, когда ты в самом ее центре. Эйвор, ты путеводный огонь. Ты разоблачил Галина, призвал его к ответу. Я была в ужасе. Такое предательство само по себе смерть. Галин убил себя сам. Да, верно. Мне стало немного легче. На душе не так тяжко, но сердцу нужно время. Кстати, Эйвор, я кое о чем вспомнила. Это тебе. Возьми в знак моего уважения и доверия. Если будет нужно, мое войско твое. Ярл Скона Сома, благодарю. И еще кое-что. Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. И, кажется, поняли друг друга. Пусть она расскажет тебе сама. До встречи, Эйвор из клана Ворона. Надеюсь, мы увидимся в Грэнд-Бридже. Эйвор! Бирна, сегодня ты одержала победу. Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Это ты возглавлял нападение. Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Мы все бились славно. И теперь Грэнд-Бридж ваш. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Все его чары развеются. К слову, в сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. Для Сомы главное Грэнд-Бридж и его жители. Благородно. Но мне этого никогда не понять. Думаю, я пригожусь кому-нибудь еще. Скажем,
тебе. Ты хочешь жить в клане Ворона? И плавать, и драться. Если ты не против. Ну как тут быть против? Конечно, я не против, Дрэнк. Рада это слышать. Я уже собралась в дорогу. Ветер зовет меня к Рандве. Сообщу ей добрые вести. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица? Дан и Грэнт и Бридшир теперь наши союзники. В том мне поклялась их ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. Ей нет равных в бою и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Прекрасно. Я рада. Эйвор, слушай, кое-кто решил обосноваться рядом. Кажется, торговец. Попробуй узнать, что ему нужно. Кажется, он представляет какую-то гильдию. Детский глаз, безглазых детей. Безглазых детей? Нет, что-то спутало. Спроси у него. Посмотрим на карту. Хайсом просил меня отправиться в Люнден. Что ты знаешь о нем? Хальфден Рагнар. Хайсом говорит, город под властью странного ордена. Ордена древних. Он просил найти и убить этих людей. Так мы поможем жителям Люндена и, возможно, обретем союзника. В таком неспокойном месте стоит попробовать. Начни у северных ворот и расспроси местных. Ладно. Что же, буду ждать вестей.
здравствуй. Доброго дня. Это не важно. Говорить вам надо со мной. Рандви сказала, что вы торговцы. А, здравствуй. Ты глава этого чудного поселения? Мы здесь от имени Тысячи Глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно, а то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь в том. Ясно. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер Тысячи Глаз, глава нашей гильдии. Легенда и герой нашего народа, богатейший купец к западу от Инда, сам Реда. Он о тебе? Верно, брат Волка, рад наконец встретиться с тобой. Как ты узнал обо мне? У тысячи глаз, тысяча ушей, а слухи расходятся быстро. И чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто. За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Эти купцы принимают только опалы. Интересный цвет. Камень редкий? Реже, чем честные люди в Англии. Не упусти шанс заполучить опалы. Они крайне ценны. Подходи же, посмотри на мои товары. Ничего не берешь? Ладно. Товары меняются каждый день. Рано или поздно что-нибудь присмотришь. Раз мы с тобой теперь друзья, тысяча глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. В странствиях тебе не раз повстречаются люди, одетые точно так же. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Выполнишь, получишь достойную награду. Возможно, я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Интересное предложение. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да, и не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи! Можно вербовать больше воинов и собрать дружину, страшнее которой в Англии не найдется. Здесь воины смогут отдыхать и упражняться. Да, неплохо. Как весть разнесется, больше йомс викингов захочет биться вместе с нами. Кстати говоря, многие воины жаждут стать твоей правой рукой. Давно пора...
Мне пора. Увидимся. Здесь вот. Никогда не слышала ни о каком герое реки. Даже не знаю, что сказать. Лучше спроси у Эйвора. Сунева, незнакомец. Что привело тебя сюда? Вагн и его дружина — охотники за сокровищами. Они хотят поселиться здесь. Для этого не надо золота или серебра. Только лишь верность и честный труд. Но золото тоже хорошо. Рад встрече, Эйвор. И тебя ждут не только драгоценные металлы. На вид мы усталые оборванцы, но знаем тайные пути вдоль берегов Англии, где можно найти много ценного для Рейвенсторпа. Хочешь раскрыть их нам? Почему? Когда стол уже ломится от яств, надо созывать друзей на пир. Вот и нам нужны друзья. Я все тебе покажу. Как починим наш корабль, вместе пойдем в набег. Спасибо за предложение. Я согласен.
Ну, как тебе наша пристань? О, к такой дракар привезти приятно. Приходи ко мне, когда будешь готов выступить.